перше враження від Франції, від Провансу, чи зразу виникло бажання тут надовго залишитись, десь там до 10 липня? Не могу сказать, насколько понравился завод, потому что только видел, как нас встретили. Встретили очень приятно, да. И кроме отеля, это не снова слово, я пока не видел ничего. Насчет тактики, да, спросили. Ну, я думаю, мы здесь точно вам не расскажем, как мы будем играть против них, потому что, я думаю, потом уже будет неинтересно. Так вот, и хочу сказать, что мы точно их не боимся, а уважаем. Потому что на сегодняшний день все команды умеют играть в футбол, поэтому мы сейчас и изучаем этого соперника, и поверьте, игра будет интересная. И мы им точно не будем уступать на никакого. Of course, we will not tell everything about our tactics, so it will be a secret. Питання до Євгена Коробленка. Якого гравця із німецької команди ви хотіли б мати в своїй команді? Не своя команда повністю встраювати. То я зараз хочу сказати, та ні, першу, звісно, зіграємо так. З полсили, втора буде, мабуть, складніше, звісно, сіли буде, повірте, сложний. Даже смотрите, как испанцы сыграли, да, с грузинами. Я не мог подумать, что да, грузины были. То есть и каждый сейчас человек, каждая команда умеет играть. И нужно готовиться, понимаете, ко всем соперникам 100%. И поэтому, если не будут борьбы, не будет тактики, я думаю, что на поле можно не выходить. Так что будут все три игры очень интересные. Такая двусторонняя игра. В прошлом ранее планировали. Сейчас игра три контрольных игры. В связи с тем, что уровень соперников нас не заинтересовал, мы отказались. Сейчас и вместо контрольной игры двусторонней игры. Почему счету было значит, занятие в оздоровительной карте должно было быть. В связи с тем, что значит, не с дождем, не с ливнем, хотя бы связано на тренировке, а с молнией. Потому что вы должны знать, что значит, очень много значит, футболистов значит, во время грозы занимают футбольным футболом. И нам, не дай бог, чтобы такое не случилось, значит, мы это значит, занятие отменили и значит, провели первичное значит, отменение мероприятия. Самое основное. Здесь значит, мы прекрасно понимаем, что значит, нам предстоит очень сложная игра с чемпионом мира. Это первая игра, значит, которая стартует в финальной части. Это всегда непростая игра, значит, с любым соперником. Значит, игра с этим соперником значит, очень сложная. Значит, она, ну, прекрасно имеет достаточно информации. Сегодня мы ощущаем, насколько внимание к безопасности вокруг и команды, и нашей делегации, что вопросов нет, и наоборот ощущается, что работа очень серьезная проведена, и сегодня никаких бытовых или
ощущение о том, что что-то мешает для сборной, мне кажется, этого нет. А то, что сегодня, к сожалению, в мире этот вопрос один из самых главных, первоочередных, ну, значит, с этим надо считаться и уважать и понимать работу людей, которые отвечают за безопасность. Ваш взгляд в матче со сборной Германии устроит наша команда с точки зрения турнира борьбы и сопоставления сил соперника? The question was for Andrei Pavelko, and you are very important man in Ukrainian team. And do you think which play will be very will be good for the fan, for Ukrainian fan, which result? Тот результат, который позволит нашей сборной ставить дальнейшие задачи, как любому болельщику. Хочется увидеть красивую игру, максимальную